Привет, друзья! Возле нашего дома целая аллея каштанов. И они все в цвету. Очень красиво. Каштаны очень-очень старые. Они защищают наш дом от ветра, пыли. А весной очень-очень украшают собой своим цветением. Такое впечатление, что мы в Киеве. Славятся киевские каштаны, а у нас свои каштаны в нашем городе. Вот такие вот свечечки каштановые. Вот какие они, как дубы. Старые-старые каштаны. Зацвели мои садовые орхидеи. Вот такие вот они. Цветочки довольно-таки маленькие, очень маленькие, я бы сказала. Ну, так смотрится забавно. Вот эта третья лилия, еще она не цветет. Также я пересаживаю свою петунию, делаю влагоемкий субстрат. На дно земля и мох. Потом у меня пойдет смесь грунт для цветущих. Я перемешаю его с перлитом. Вот. И буду садить вот эту вот красотку в кашпу. Хризантема зацвела. Все перепутала она. Ника тут не может успокоиться. Садится батарейка, поэтому на этом все. Буду сажать петунии. Готово. Также я добавила немножко торфа для азалий с перлитом, потому что петуни любят слегка подкисленную почву, и замульчировала сосновой корой, чтобы земля не бралась коркой и дольше сохранялась влага. Вот такая была посадка петунии. Следующие кашпо я буду делать точно так же. Иду в клумбу высаживать все вот это вот хозяйство. Разгружаю немножко балкон, высаживаю все лишнее. И, ну, это изначально планировалось в клумбу. Потому что герани у меня не цветут в помещении. На балконе тоже очень плохо. И пробовала я йодные вот эти вот подкормки. Да, оно помогает, но цветение не пышное. Не знаю почему. В общем, герань будет высажена в открытый грунт. Здравствуйте.
Давайте пробежимся быстренько по моей клумбочке. Я уже высадила свои гераньки. Листочки у них стали багровыми, так как они адаптируются к уличным условиям. Цветет красиво алисум. Хочу покрасить непокрашенные покрышки шины. Вот. Еще особо такой красоты нету, только все засаживается, только все всходит, зацветает. Поэтому, ну, алисум, конечно, красиво цветет. Примулы цветут, семена всходят. Планирую сделать заборчик, потому что этот временный вариант меня не устраивает, так как забегают собачки, дети кидают и мячики, играют. У нас очень много детей во дворе. И получается, постоянно моя клумба страдает, но не без этого. Там у меня ирис найденыш есть. Сейчас мы к нему доберемся. На заднем плане его просто выбросили. Я его, конечно, приютила в свою клумбочку. Вон он замученный такой на заднем плане.